Чайковском. Все готово к старту чемпионата планеты по летнему биатлону. Свой шанс принести родине медаль получат 24 спортсмена. Первые 8 атлетов вступят в бой уже 25 августа, когда соревнования откроют микст. У взрослых спортсменов смешанной эстафете хозяева станут безусловными фаворитами. Еще бы! В одном квартете собраны 3 олимпийских чемпиона, которым постарается помочь Ульяна Кайшева из Удмуртии. Вместе с напарницей по миксту, югорчанкой Светланой Слепцовой, она приехала в Чайковский прямиком со сбора резервной национальной команды в Бельмекене. И на контрольной тренировке особенно не выкладывалась, просто проверив трассу. Была небольшая тренировка, потому что мы буквально недавно приехали из Болгарии, нужно восстановиться. И трасса здесь не очень сложная в плане крутизны подъемов. Следом за Кайшевой и Слепцовой в смешанной эстафете в дело вступят чемпионы мира 2017 года и триумфатор Олимпиады в Сочи, тюменский воспитанник Антон Шипулин и Алексей Волков из Югры. Немножко ребята волнуются, даже на Кубках мира я не замечал за ними такого состояния. То есть, естественно, у себя как бы дома хотят выступить, показать идеальный результат, но все рассчитывают только на победу в эстафете смешанной. Конкурентами сборной России станут 6 команд. Пожалуй, главный соперник – традиционно сильная в летних стартах дружина Украины, в рядах которой побежит Мария Панфилова. Уникальная спортсменка. Не закрепившись в сборной России, она приняла украинское гражданство и отправилась на Олимпиаду в Сочи. С 2015 года Мария выступала уже за Белоруссию, а сейчас снова вернулась в украинский коллектив. Как всегда, я люблю соревнования, особенно если они проходят на родной земле. И поэтому я хочу здесь это как праздник огромнейший. И, естественно, нужно показать себя. Что и с одной стороны давит, но с другой стороны это интереснее. Смешанная эстафета начнется в 14 часов. В прямом эфире ее покажет канал Матч ТВ. Организует трансляцию АСН «Тюменская арена». Чемпионат мира по летнему биатлону стал настоящим подарком для всех болельщиков. До зимы еще очень далеко, а увидеть в деле своих любимцев жутко хочется. Вот на помощь и приходят лыжероллерные соревнования. В Чайковском, который в этом году принимает летний планетарный форум, все проходит по высшему разряду. Судите сами. Среди участников соревнований множество именитых спортсменов из разных стран. Тут вам и герои летних соревнований, как словак Мартин «Отче наш», выигравший 3 золота на 2 последних чемпионатах мира, и настоящие суперзвезды зимнего периода, как Антон Шипулин. Хотите экзотики? Пожалуйста. Спортсмены из Гренландии, Армении и Монголии. По-настоящему все будет и в плане организации телевизионных трансляций. Почти все гонки чемпионата мира в Чайковском в прямом эфире покажет федеральный канал Матч ТВ. Организуют же картинку со стартов работники агентства спортивных новостей «Тюменская арена», за репутацию которых говорят люди, чье слово в биатлонном мире имеет вес. «Тюменская арена» – это организация, которая аккредитована в IBU уже на протяжении многих лет. И Рыбяков, человек, который ситуацию контролирует, руководитель «Тюменской арены». Попын – режиссер, который блестяще снимает. Поэтому я вообще не переживаю за картинку. Упомянутый Александр Попын – давний друг «Тюменской арены». На многие крупные соревнования сибирские бродкастеры приглашали столичного гуру. Контакт настолько налажен, что режиссер даже накануне крупных стартов расслаблен и уверен в успехе. На этих соревнованиях за картинку точно можно не беспокоиться. Команда очень опытная, команда слаженная. Я абсолютно уверен, что у нас все получится хорошо и красиво. В субботу, 26 августа, на канале Матч ТВ можно будет следить с комментарием Дмитрия Губернева сначала за мужским спринтом, а затем за женским. На следующий день в режиме онлайн будет показан женский пасьют. А сразу после окончания этой трансляции в записи болельщики увидят мужскую гонку преследования. Сменили улицу на зал. Если первый предсезонный сбор игроки волейбольного клуба «Тюмень» целиком и полностью посвятили физической подготовке, наматывая беговые километры, то на втором оказались уже в более привычных реалиях. А именно с мячами в руках и напротив сетки, которая преследует их всю спортивную жизнь. Очередной тренировочный цикл подопечные Сергея Шульги проводят в родном городе. Местом для занятий стал привычный зал спорткомплекса «Здоровье». До начала чемпионата высшей лиги «Б» еще больше месяца, но уже сейчас подготовка вошла в серьезную стадию. По приезду в Тюмень у нас по плану была работа с мячами основная. Это, во-первых, наигрыш командных взаимодействий, плюс схемы по страховке, по защите, кто куда бежит, в общем, нюансы волейбольные.
без которых как бы команда не может существовать. Состав Тюмени в межсезонье изменился почти наполовину. Среди знаковых трансферов стоит отметить приобретение опытного Федора Бессмертных. Доигровщик успел и в Суперлиге отметиться, и в прошлом сезоне стал чемпионом высшей лиги Б в составе Нижегородского АСК. С высоты опыта пока сдержан насчет прогнозов. Все разноплановые, есть ребята с физическими хорошими данными, у кого как пойдет сезон, да, соответственно, опыт, нужно будет где-то помочь в каких-то моментах, взять на себя игру, понимаю, надеюсь, что все сложится у нас. Также одним из новичков стал доигровщик Андрей Мельников. В минувшем чемпионате в составе Владимира он приезжал в Тюмень в апреле. И уже тогда решил, что сибирский клуб приходится ему весьма по душе. На самом деле хотел сам сюда попасть, после того, как отыграли финал, опять же в Тюмени. Я понял, что я хочу продолжить карьеру в этом клубе. Ну и как-то так получилось, что позвонил тренеру, и тренер дал добро.